Всем привет, ребят, с вами Вула, на ваших экранах Тёртрали 2.0. Скорее всего, сейчас будет уже какие-то, может быть, первые числа января, а соответственно, я уже, как, наверное, может быть, неделю не буду вести стримы в связи с тем, что у меня будет, скажем так, сделаны новые глаза, у меня будет коррекция, и я хоть какой-то материал сразу заранее вам написал, поэтому вот эта вот запись, это будет в прошлом, вы, разумеется, будете смотреть ее в будущем. Ну, а пока что вернемся к Тёртрали 2.0. И если помните, ну, мы вообще давно уже не катали как раз-таки в этот Dirt Rally, и подумала, почему бы нам не покатать. Мы, если что, не прошли там несколько событий, да и что несколько мы дохрена событий не прошли как раз-таки в событии Колин Макрей, тут, ну, дохрена было, мы в разные играли, но некоторые события даже из первых остались у меня, и вот я подумал, а почему бы, скажем так, сейчас зима, почему бы зимой и не закатнуться? А, если помните, я тогда проходил, нам нужно, я так понимаю, тут попасть в топ-15, я так понимаю, то ли без механических повреждений, то ли что, но не важно, то есть нам самое главное, что правильно, поехать. Поэтому погнали, поедем мы на Ford Sierra, разумеется, задний привод, зима, как положено. Сейчас поскользим. Сомневаюсь я, конечно, что я пройду с первого раза, сейчас поразбиваемся немного, а может и не немного. Может, до хера поразбиваемся. Но, по крайней мере, я попытаюсь. Все в старом стиле, как обычно. С кучей жогова, горения и всего сопутствующего. Что ж, погнали. Вот, даже на удивление мы целенькие. Хотя это, по сути, вроде бы здесь идет написано было шестой этап. То есть, ну, шестой спецучасток. Поэтому... Я думал, машина будет раздолбанная, но Колин, походу, нам... Более-менее целую машину оставил. Ну что ж, погнали. Надо не забывать смотреть на эти. Так, три влево. А, это по-другому немножко работает, как, а не как в дрифте. Ну как же давно, блять, сука, я не был в ралли. Да-да-да, как, сука, едем. Мы еще нормально едем или нет? Надо даже доехать до первой точки и понять. Ух ты, вот что значит давненько в ралли не заходил. Так, давай, вытягивай, сука. Да, наносит-то зимой, ёбанатый стыд. Зима-то нас к газу очень чувствительна. Так, три влево. Держись, аккуратненько. Блин, зимой вообще газовать сильно нельзя. То есть это, в принципе, и в реальности работает, и здесь тоже. То есть... О, мы даже еще вроде время делаем, охуеть! Это с каких это пор? Паулик, ты что? Это на харде, между прочим. Ну, не на Very Hard, конечно, но на харде, может быть, 80 здесь есть. Уровень сложности имеется в виду. Тут уровень сложности до 100, по-моему. Так. Ох ты, блядь, зря я тормознул там. Надо было чуть-чуть попозже. Лоханулся. Так, здесь можно немножко ускориться, да? Как бы очень не сильно хотелось бы ускоряться зимой. Так, тут тем более тройка еще. Какие заносы. Блин, неужели я пройду с первого раза? Это чудо будет. Если я пройду сие с первого раза. Это точно магия. Блять, а куда? А, блять, сука, вправо! Да, пройдешь ты с первого раза. В жопу носом ты, Паулик, пройдешь с первого раза. Я что-то проебал. То, что говорил штурман. В итоге меня обогнали. Ай-яй-яй-яй. Да-да-да-да-да, надо разгоняться. Надо разгоняться и догонять. Четверка вправо, 2 секунды. А то выигрывал 2 секунды, теперь 2 секунды сосу. Ой-ой-ой, жопой цепляем, сносит. Как в дрифте, жопа морда. Жопой зацепил, и сразу тебе морду тоже в обочину. Так, да тут разогнаться чуть-чуть, да? Так, стоп. Так, тут опять тройка. В принципе, дальше четвертая передача, тут я вообще даже не сую. Тут вообще лететь нет смысла. Тут, блин, больше шансов отъехать, если разгоняешься. Поэтому лучше, блядь, мы поедем медленно.
ну его, как говорится, нахрен. Так, прыжок, прыжки тоже лучше не делать. А то после приземления можно как-нибудь откинуться. Ой-ой-ой, совсем 3 секунды, а тут надо разгоняться, это, походу, будем рестартить. Потому что мы не выигрываем, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, морды зацепил. Все, бочина, там от бампера, наверное, ни хрена не осталось. Да, тут надо быстрее ехать. А, вот здесь нельзя быстро ехать. Так, два вправо. Сейчас будет какой-то мощный или не мощный. Да не, вроде нормально. Ай, мы до финиша доехали и мы проебали. Ай-яй-яй-яй, передачу не вставил. Ай-я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 й, я просрал. Да, сколько, 3 секунды? Ай-яй-яй. Не, так не гоже. Так не делается. Блин, заглох перед маршалом. Да ебаный ты стыд. Я всю трассу проехал, заглох перед маршалом. О, позорище. 4 минуты. А надо проехать за сколько, чтобы победить? О, нам то 15 нужно. Нам нужно проехать за... Ну, 3 секунды как раз-таки нам нужно срезать, чтобы победить. Да. Мне повезло. Ну, ничего, будем рестартить. Да. С повреждениями справились? Небольшие повреждения, а вот место в мои нужные не попали. 3 секунды надо срезать теперь. Значит, будем рестартить, как... Кстати, вот то врезание, которое у нас было там где-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, конечно, вот штраф мне с самого начала отлично. Я, блин, 3 секунды просрал, и вот штраф мне вот 10 секунд, это вот прям просто вот идеальное начало. Так, ладно, второй, блин, у нас не получился. Первый, кстати, более-менее был удачный, но второй вообще полный параша. Так, ладно, вот там то врезание, которое у нас было, может быть, и нам как раз-таки сыграло несколько секунд. Поэтому в этот раз попробуем просто проехать аккуратненько без врезаний. И будем надеяться, что все получится. Надеяться, самое главное. Я в свои силы, а вы в меня. Надо потихоньку разгоняться на некоторых прямых. А то в поворотах-то можно замедляться. А вот на прямых надо капец как скорости набирать. Потому что потом тогда... Вот с этого и набирается все, все, так сказать, секунды, которые я не могу ехать. Поэтому для 15-го места нам нужно хоть немного. Интересно, нам надо закончить хотя бы в топ-15 или закончить именно на 15-м месте? Да это уже посложнее будет. Закончить именно. Я-то могу и выиграть. Нет, ну вряд ли, конечно. Кстати... Так, пока полсекунды. Ой, блядь, сударчик такой. Да ёб твою мать, кто подписывается на канал, когда я записываю видео? Ёбаный блядь. Когда, блядь, стримы, тут вы хоть подписываетесь. А то, блин, взяли и подписался кто-то. На оповещение-то приходит, сука, в ОБС. Ну, кстати, нормально идем. Можно ускориться чуть-чуть. Можно ускориться, блядь, сказал Павлик и сразу с жопой зацепился. Так, 3 влево, 3 вправо, 2 вправо. Кстати, сейчас, блядь, какой-то лютый. Ну, как я вовремя переключился-то на вторую зацепу. Так, полсекунды опять выигрываем. Надо больше. Надо ускориться на поворотах. Да, блин, тихо, не так сильно ускориться. Да ёбаный ты в рот, Павлик. Какой ускориться? Тебе замедлиться надо. Ой, замедлиться, ёб твою мать. Когда едешь, вообще не можешь нормально. Вот Dirt Rally такая игра, что
особо не поговоришь, когда едешь. Еще надо смотреть, учитывать эти дурацкие пульгаты. Ебаный ты. Ух ты, блять, я еще выцепил. Охренеть. Что за магия какая-то? Не, это стопудово ТГ повлияло так на меня. То есть я так никогда в ралли не ездил. Все время ездил гораздо хуже. А тут прям вообще идеально, можно сказать. Не идем, а пишем, блядь. На удивление, сейчас попытка более-менее хорошая. Немножко ускоримся. Ага, блядь, секунду, о, полсекунды уже сливаем, потому что скорости на прямых, наверное, потерял. Тут немножко разгонимся, чтобы... Блин, зимой надо как можно меньше ворочать рулем, как можно меньше. Иначе эта скотина начинает просто выдавать что-то несусветное. Так, два вправо, сейчас будет модный два вправо, который не сильно резкий. Который резкий, конечно, но не самое печальное, что можно для этой трассы. Так, давай, Паулик. 15-е место нас ждет. Мы уже почти на финише. Да. Вперед, последняя прямая. Да, блять! Да, серьезно, просрал секунду! Когда успел? Когда? Да. Ёбаный рот. Становитесь возле маршала. Сейчас маршал мне штраф еще даст. 3.58. Блин, секунду просрал. Когда? Где? На финише, что ли, он разогнаться успел? Ёлки-палки. До 15-го места не хватило. 57, а у меня 58. Сука! Да не хватило даже не то, что секунды. Там не хватило полсекунды. Падла. И тут врезался. Повредил, похоже, эти. Свет. Блять. Ладно. Первая попытка, по-моему, поудачнее была. Так, хорошо. Надо ускориться. Into six right. Opens into three left. Into four right. Opens 50. Flat crest. 50. Four left. Сейчас вообще замолчим и проедем идеально. Это просто из-за того, что я пиздил без остановки. Блядь, передачу не воткнул. Into three left over crest. Into five right. And four left of a dip, opens of a crest, 40, four left, 40. Так, в этот раз точно будет все получше. Five right, tightens three, extra long, 40, three left, opens extra long, tightens, into three right long. Так, аккуратненько, полтора секунды выигрываем. Главное только не засрать сейчас. Блин, не такой уж опасный, можно было побыстрее, наверное, проходить этот поворот. Into three right tightens. 50 over crest. Ох, хоть эти заносы зимой. Into three left tightens. Павлика хлебом не корми, дайте в занос зайти. Tightens two. Into five left. 100 over bumps. Four left. Вот за это я и люблю ралли и дрифт. За сука, то, что можно машину боком пускать. Опять передачу не воткнул. Ой-ой-ой-ой, сливаем. Преимущество, потому что пиздить начал. Вот эти опасные, конечно, такие минусовые повороты, когда они с наклоном в другую сторону. Есть шанс выскочить.
early five left of a crest and six right. Вот здесь, в принципе, наверное, неплохо разогнался. Должен был выиграть немножко времени. Так, и тут поворотик хорошо прошел, и здесь тоже идеально. Теперь заходим. Into six left, very long of a crest, 70. Dip into caution for left. Так, дальше что у нас? Четверка влево. Into six right. 30. Блин, ты все равно секунду сливаю. Да елки-палки, что еще быстрее надо ехать? Тут страшно, пиздец. Куда еще быстрее? Тут попробуй быстрее поесть. Тут оставишь и все. Машину нужно еще целую довести. Главное передом сильно не биться, чтобы фары не повредить. Six right, 30, you have a finish, five left to stop. Well done. Да, есть, чуть-чуть выиграл, но давай, 1/10, мне это сыграет или нет? Или, ну, по идее, должен, 357, 273, о, блядь, я что-то проебал маршала. Маршал, извиняйте. Вот такой смотрю, чё, блядь, ты чё, охуел, пёс? Проехал мимо. Ну тут вроде нормально. У, сука! Все равно не хватило. Вы специально едете так быстро, каждый раз, заново. В прошлый раз, по-моему, там время было 57 секунд. С мелочью. А сейчас уже, он, видите ли, едет 56,2. Еще быстрее надо ехать. У-у-у, подло! Я понял. Я вас понял. Сейчас вам я устрою. Нормальные покатушки. Поедем сейчас на все бабки. Буду, блин, всю трассу на четвертой грести, чтобы... Flat crest, 50. Four left tightens. Into three right, extra long. Только на некоторых буду, разумеется, заходить на третий. Into three left of a crest. Into five right. And four left of a dip. Давай, давай, Паулик, сейчас точно мы сделаем. Сейчас, я уже трассу более-менее запомнил. Все опасные места. Судя на четвертой удобненько. Она сильно не газует, при этом толкается. Вот, уже 3 секунды выигрываем. Ну, смотрите, сейчас. Просто надо было сразу так сделать. Сесть на четвертую передачку. И спокойненько на четвертой передачке все отъехать. Ну, просто тут, конечно, вот на поворотиках. Ну, вот этих можно будет подрубать немножко. А теперь разгончика давайте. Into three right tightens. 50 over crest. Into three left tightens. Блин, большой резкий поворот. Так вот здесь, наверное, я заметился. Догонит, скотина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Вот здесь не просрать время. Просрал. Точно на этом повороте все просрал. Все преимущество. Ну, может быть, не все преимущество, но много преимущества просрал. Хурёво зашел. Ой, хурёво зашел. Хотя нет, 3 секунды пока ведем. Ну и ладно. Большего нам и не нужно. Но я вижу, спецучастник, второй отрезок проехал на красное. То есть хуже явно проехал.
Стой, держись на дороге, блин, блин, да. Ай, передачу не воткнул, ёбаный рот. Павлик, не нервничай, все спокойно. Едем. Четвертую подрубили. Аккуратненько. Не газуем. Тормозим. Отлично. Так, троечка влево. Шестерочка. Там скоро должен быть, по-моему, левый разворотик. Противно. Ну такой, да, у меня где-нибудь левый разворотик, а правый. Блин, секунду уже, ёбаный ты стыд. Быстрее. Уже секунда, ай-яй-яй-яй-яй, четвертая передача не помогает. Он, наверное, здесь тоже летит. Топ-15. Так, фары не разбить. Вот здесь двойка. Разворот перед финишем самым. Блин, полсекунды, наверное, вряд ли. Да сколько попыток я буду делать? Ох, блин, вначале-то ехал как хорошо, а потом все просрал. Все преимущество. Да что ты машешь мне? Обмудок. Но 56,8. А у него, наверное, 56,2, да, скотина? Вот! Сука, на BMW. Ладно. Хорошо. Ты меня выбесил. Так, рука держится. Бля. Я тут лоханулся. Я тут пока коробочку проверял. 5, 4, 3, 2, 1. Go. 6 right, 50. 3 left tightens. Так, давайте четвертую и не пиздим. Into 6 right. Opens. Into 3 left. Into 4 right. Opens 50. Flat crest. 50. 4 left tightens. Into 3 right. Extra long. Opens of a junction. Into 3 left over crest, into 5 right, and 4 left over dip, opens over crest, 40, 4 left, 40, 5 right, tightens 3, extra long, 40, 3 left, opens extra long, tightens, into 3 right long. Into 6 left over crest, opens long, 30. 3 left over crest, 60. 3 right, very long over crest, 40. 6 left over crest, 30. Keep middle over crest, jump. Into 6 right, and 3 left long. Into 3 right, tightens. 50 over crest. Into 3 left tightens. Into turn 3 right tightens 2. Into 5 left. 100 over bumps. 4 left. Very long tightens. And tight 4 right. And keep left of a 30, 4 right, keep in of a crest 30, 3 right of a crest, opens very long, tightens, into 3 left, very long, opens middle of a crest 50, 6 right of a jump maybe, 30,
early five left over crest, and six right into caution, six left tightens three, into tight three right, 50, keep right over crest, 40, three left tightens, into four right over dip long, into six left, very long of a crest, 70. Dip into caution, four left, tightens of a crest, into six right, 30. Six left of a crest, jump, opens, 80 over bumps, four left, very long, into three right, tightens. Early six left, opens of a crest long, 60. Keep right of a crest, into four left tightens, into four right long, opens, middle of a crest. Caution, 30, two right long tightens. Opens, 50, crest, into six left long, tightens two long. 30. Six right, 30, over finish, five left to stop. Well done. Ну, сейчас-то должно быть точно. Четвертый отрезок вообще отлично проехали. Ну, блин, я не считаю некоторых огрехов, но, по-моему, сейчас должно быть. Я буквально должен там сотую, наверное, выдать у него. Но... Да, есть! Я выдал две сотые. Фу! А теперь самое главное, чтобы у нас еще не повреждено ничего не было, потому что мы там поврезались. Да! Есть, ребят! Мы это сделали! Ну а на этом пока что, ребят, все. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока!